Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Красивая музыка, во-первых. Такая приятная, знаете, начало как будто вот что-то такое вот нежное такое, как вот даже вот море мне показалось, да, вот, ну, нежно оно так играет, да, и голос очень красивый, интересные фишки, да, на голос наложены интересные, автотюн немножко есть, голос очень красивый, да, классно правильное звучит. Исполнение, угу. Да, нежное исполнение, да, скажи, очень да, красиво. Очень нежно, красиво исполняет, и очень грамотно автотюн использован, да, скажи, да, классно. Трек о любви. С первых секунд сразу да. Понравился. Трек классно. О любви, да, очень красиво, нежно, романтично звучит, да, скажи. Угу. Друзья, что скажу? Очень прекрасное исполнение, да, ребятки? Красивый голос, да, да, ребята? Очень красиво понравилось. Очень красивый голос, очень стильно исполнен, да, скажи? Да, да, модный очень трек. Очень модно исполнен, да? Угу. Именно модный трек. Вот именно по-модному. Сейчас как вот, сейчас вот именно это вот... Вот это направление, да. Это направление да. Модное самое сейчас, трендовое. Да. Вкусняшечки разные добавлены голосу, да? Автотюн добавлен, немножко обработка. Выигрышно очень звучит, звучит да, вообще очень, эффектно очень. Очень выигрышно. А музыка очень красивая, ребятки. Шикарная такая. Но она танцевальная. И танцевальная, и нежная да, при она, этом. Она в то же время и нежная, и в то же время танцевальная, да, ребятки? Очень интересно сделали, да, музыку? Вначале, и там вот, ну, очень интересно, такие инструменты подобраны, да, вот которые я не знаю. И они звучат классно, именно с голосом, ребятки, да. Мне очень понравилось. Все грамотно сделано, ребятки. Грамотно сделано, музыкально сделано, очень профессионально сделали. Ребятки, я танцевала. Поэтому музыку танцевать очень удобно под этот трек. Он именно такой, знаете, он и нежный, в то же время он и вот такой... Создает атмосферу да, такую да, классную. Чтобы можно танцевать угу, было. Двигаться. Да, но он нежный, понимаете. Во-первых, голос да, такой приятно красивый. Приятно слушать было приятный, очень. Да. Мне очень понравилось. С удовольствием слушала. Ну, профессионально да, сделано. Профессионально очень сделано. Мне знаешь, что понравилось? Вот именно вот эти вот вкусные элементы, да, угу. Это сейчас самые современные, самые стильные. Да, обработка они, классная. Они, как-то не перезагрузили, понимаешь, трек. Да, очень они сделали гармонично, грамотно, гармонично. Гармонично, да. Угу. Да, очень. И трек о любви, ребятки. Голос очень красивый сам по себе. Очень красивый голос. Это большой плюс, да, ведь скажи? Угу. Да. Я хочу, чтобы ты не останавливался. Пиши дальше. Пиши музыку. У тебя очень красивая музыка. Очень красивая. Пиши тексты. Исполняй так же нежно и романтично. Тебе нравится, тебе это идет, ты понимаешь? Ты заставляешь, ты понимаешь, ты вот поешь и хочется тебя слушать, понимаешь? Угу. Хочется. Не, вот именно хочется тебя слушать. Что да, будет? Классно, да. Приятно слушать. Да. Мне очень понравилось. Трек, ребятки, о любви. О любви, ребятки. Молодец. Шикарно все сделал. Современно, стильно. Молодец. Пиши дальше. У тебя классно получается. Молодец. Умничка. Пока, друзья.